Всем хай! С вами я, Стив Про, и сегодня вместе с вами мы посмотрим на сервер Apple Land для Minecraft Boxed Edition версии 1.0.4. Именно это меня удивляет в данном сервере, что версия была обновлена. Что, друзья? Во-первых, мы появляемся на спавне, и чтобы поиграть на данном сервере, нам нужно зарегистрироваться. Чтобы зарегистрироваться, просто пишите слэш и пишите регистр и ваш любой пароль. Пароль должен состоять из цифр и букв, и он не должен быть короче 7-8 букв. Что ж, друзья, так же как видите, происходит раздача. Это у нас команды. Так, давайте посмотрим на это. Работы, жмем на него. Вот, друзья, отлично, кланы. Отлично, и кит-старт. Вот нам дали стандартный кит-старт. Так, друзья, а это довольно неплохой кит-старт, который нам дает практически вот такую халявную, очень классную броню. Так, что же мы видим дальше? Во-первых, мы видим, что был игрок, но он ушел. К сожалению, данный сервер находится только на раннем развитии, и именно для него нам понадобятся игроки, которые смогут все это дело протестить. Собственно, друзья, IP и порт данного сервера вы сейчас видите на своих экранах, но более подробную информацию вы можете узнать, перейдя в описании, где вы найдете группу сервера, а также имя и опять же порт и IP сервера. Что касается автодоната, то автодонат пока его нету, но вы можете приобрести его у самого создателя этого сервера. Именно он вас не обманет, и он доверенный или проверенный человек. Что ж, друзья, давайте спустимся пониже. И, собственно, дерево у нас стоит 32 блока, 150 игровых валют. Так, монет. Отлично, так. Мы купили, друзья. Отлично. Мне кажется, денег, да, у нас, друзья, денег много, это довольно хорошо, но у меня почему-то начались маленькие такие вот фризы, это довольно неприятно. Можем купить шерсть за 150, вот присоединился еще один игрок, и Ironblock. Ох, друзья, это вообще просто халявно. Но мы купили, к сожалению, только один блок. Так, это у нас Овнер, это у нас как раз-то игрок, находящийся в ОП, то есть ОП. Ну, друзья, сервер очень классный, и, правда, мне его дизайн очень сильно нравится, довольно необычно, так. И если вам, правда, все понравилось, обязательно заходите, друзья, вместе с вами здесь встретимся, но это все мой проклятый интернет, который немножко подводит. Так, друзья, что у нас здесь в продаже? Жмяк на меня. Дорогой, чтобы видеть о продаже, напишите сейл, количество, цена. То есть, друзья, мы сможем здесь продавать свои предметы. Это очень круто. Ну да, редко можно увидеть такие классные плагины на вот таких серверах. Так, наркотики, друзья. Отлично, здесь, к сожалению, ничего нет. Давайте купим. Не хватает денег. Жалко. Так, мы видели, что нужно сделать, чтобы устроиться на работу. Нам нужно написать джоб. И, друзья, пока что этим заниматься мы не будем. Да, нас приветствуют на этом сервере. И, собственно, давайте пойдем немножко вот туда подальше. А здесь у нас, так понимаю, зачаровальня, да? Мастерская. Да, где мы можем чаровать свои вещи. А, в руке должен инструмент или броня. Так, отлично, мне, походу, не хватает, друзья, опыта. Да, у меня опыта на нуле. А, ну, мне просто не хватает, друзья, опыта, чтобы что-то починить или что-то зачаровать. Так, что это такое? Ну, и правда, очень классный дизайн. Мне он понравился с первого раза, как я его увидел. И, друзья, совсем скоро здесь начнется раздача. Так. Ну, собственно, да, по-моему, такой вот спавн, ну, я нигде не видел, точно. Мне кажется, это их не собственный спавн. Потому что его я и правда нигде пока что не замечал. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, можем купить еду, стейк, яблоко и печеньки. А вот почему предметов там нет, это большой-большой вопрос. Да, друзья, это меня сильно удивляет. И, кстати, это уже второй магазин, как здесь написано. И мы можем, наверное, купить. Давайте мы купим лучше стейк, который намного-намного полезнее. Так, а, он стоит и дорого. Ладно, давайте купим печеньки. Отлично. Дороговато, дороговато за одну печеньку. Так много баксов. Ну, мы вроде купили, да, друзья. Вот наша печенька. Кстати, снимаю я все еще на разбитом экране. Это очень плохо. И, кстати, вы в обед увидите стивкаст, на котором мы все обсудим. Так, друзья, что у нас здесь еще есть такого? Кстати, так понимаю, отойдя немножко от спавна, вы можете построить свой домик. Это довольно хорошо.
Так, давайте посмотрим, вообще есть ли у нас здесь варпы. Ну, мне кажется, сервер только начался развиваться, поэтому варпов может быть и не быть. Так, варп. А, магазин, да, друзья, а есть PvP, давайте пойдем на PvP, мне очень интересно посмотреть на PvP, который находится на данном сервере, это и вправду очень интересно. Так, так, телепорт, отлично. Ну, что мы видим? Ну, PvP находится где-то рядом со спавном, да, она находится рядом со спавном, вот там бегает человечек. А, ну, так, что у нас написано PvP, вот если мы выйдем за эту зону, здесь у нас читает, ух, да там что такое, друзья, очень все завораживает, нравится мне данный сервер, что это такое за дом, прикольно, друзья. Ну что ж, игроки присоединяются, отсоединяются, ну ничего такого страшного, кстати, создатели сервера Наркоз и Скилл, Слик, отлично, друзья, значит, мы видели, о, нет. А вот это плохо, скажу я вам. И вот как выбраться из этой ловушки. Хотя, кстати, вот это зря вы так сделали, честно говорю. Смотрите, что произойдет. Мы доходим до конца, и выбраться отсюда мы никак-никак не сможем. Смотрите, вот это минус данного PvP. То есть нужно просто немножко переделать паутину. Вот, отлично, за счет бага привата я смог вылезти. Но если это будет настоящий PvP, то вы просто умрете. Поэтому будьте осторожны, не потеряйте все свои вещи. Ну, еще раз скажу, что IP и порт и все основное будет в описании. Ну, а я вас жду вот на этом сервере, где мы сможем с вами поиграть на PvP, пройти паркур, да и сделать очень много разных вещей, поиграть, повыживать, да и построить крутейший дом. Что ж, друзья, на этом мне с вами придется прощаться, увидимся уже в следующем видеоролике, который выйдет уже в обед, а потом еще и вечером. Ну ладно, друзья, собственно, до скорых встреч.